Всего за лето запланировано более 40 праздников двора. Каждую среду ребята из подросткового клуба «Октава» организуют 3 мероприятия в разных микрорайонах города. В среду во второй половине дня во дворе по улице Победы 7 педагоги-организаторы клуба развлекали местных мальчишек и девчонок. Каждый такой праздник, как правило, посвящен определенной тематике. Все ребята, которые участвуют в веселых соревнованиях, получают поощрительные призы, которые предоставляет Комитет по делам молодежи. Стоит отметить, что в конце августа по предложению волонтеров запланировано проведение масштабного праздника двора на новой площадке от фонда Натальи Водяновой. Это детское мероприятие будет приурочено ко Дню знаний. Практически каждую неделю ОПК «Октава» проводит такого рода мероприятие под названием «Праздник двора». Сегодняшнее именно мероприятие посвящено Дню физкультуры, который проводится 2 августа в России. Также можно его приурочить и к ежегодному празднику воздушно-десантных войск и так далее. Но сегодняшний праздник именно приурочен к празднику Дню физкультурника. В сегодняшней программе, во-первых, у нас индивидуальные игры с детьми, затем подвижные игры на свежем воздухе, различного рода эстафеты, с мячом, с лошадками бегали, прыгали. В общем, самая главная идея, чтобы дети вылезли из домов, и оторвались от компьютера и просто порезвились, побегали, заставили свои сердца поработать.